Дышите. Месяц назад мой хороший знакомый Вадим угостил меня киви. Ну, не простое киви, а золотое, да. В смысле, не простое, которое по 100 гривен килограмм. Он говорит, оно ананасное. Ну, в общем, я спрятал его в холодильник. И, в общем, я боялся его съесть, чтобы жена попробовала. Что ж, дорогущее какое. Жена боялась без меня его съесть, чтобы я попробовал. Ну, доигрались до того, что этот... Молились мы на это киви. Видите, оно уже как пожухло, короче. Но надо же попробовать, почему оно такое дорогое. И вот настал этот день. И первый раз в жизни я буду есть какое-то ананасное киви, которое в пять раз дороже, чем такое. Чем не ананасное. Ну, нож, правда. Короче. Срезаем. Что, внутри желтого цвета? О, прикинь! Ух ты! Желтое внутри. Красиво. Лучше на белом фоне снимем. Слушай, оно не видно, на фоне желтого цвета. Оно не сгнило здесь. Вон какая-то фигня. Ну, выбери же. Доигрались. Пахнет как киви. Выглядит как киви. Тут уже такое, давай тебе, вот эта сторона не такая. Ух ты, красиво. Ты будешь колечками пробовать? Да. Это я попробую, тебе потверже кусочек. Давай. Ну, загадай желание. Загадала? Ты. На запах. Я скажу сомнение. Ну? Не, ну вообще не ананасное. А какое? Не, ну такое. Салат с крабовыми палочками. Не знаю почему. Салат с крабовыми палочками? Да, он так отдает к салату с крабовыми палочками. Сурьями что ли? Не знаю, просто салат с крабовыми палочками. Он какой прикольный. Ну вообще на киви не похож. Это может нож вонючий, который я резал? Ну у меня такое ощущение. Это я со своей фантазией. Так что теперь похоже? А там кукуруза сладкая. Да, не кукуруза, да. Сладкая кукуруза. А мне на масле меня не нравится. Да. Мне же такое вот касатка и палочка. Ну, вкусненько. Не, ну вкусно, прикольно. О, я какой-то салат положил. Это конвульсии, я бьюсь от удовольствия. Не какой надо, вкус. Не, ну да. Ну, блин, прикольно. Да, но за такие деньги я лучше 2 килограмма мяса. Ну, прикольно. Может, вы какой-то салат положите, он будет обалденный. Ах, какой салат положить. Ну, так его желательно как-то. Ты забираешь его? На, собирай. Послушай. Ну вот, теперь у тебя есть повод со всеми подружками по полчаса поболтать. Есть повод выпить вино. Да, позвонить, да, и на 3 часа залететь на телефоне, рассказывать какие-то дела ананасные киви. А прикольно. Чего? А тебе не дают эти палочки? Нет? Нет. А давай лучше вот эту фотографию. О, блин, да я никогда не порезала. А нормально.